техническое решение. Они приняли? Ну, еще раз. Теперь дальше второй этап, это определиться. Еще раз, если сейчас случится то, что происходит, и позиция этого малого транспорта, еще может быть технологии настолько, то сейчас будет социальный взрыв. В результате у нас будет новый губернатор, новый министр дорожного хозяйства, и все у нас будет новое. А новый человек, он может прийти и сказать, а мы вот сейчас пойдем в эту сторону. Я за то, чтобы у вас были прозрачные правила игры, за то, чтобы они были в перспективе, не вызывающие проблемы взрывов. И только тогда эта история... И еще раз, вот Борис Григорьевич сейчас, они говорят, выработали некую стратегию, принято постановление. Но если сейчас что-то случится, я не знаю, из-за вас, из-за них, из-за нас, как общественников... Вы нас к чему подбиваете? Я не поняла. Перестать перебивать. Я понимаю, что у вас большие маршрутки, у вас миллионы тратятся. Но это же не повод так хамить все время людям за столом. Ну зачем? Кому? Да слушайте, пожалуйста, ну перестаньте перебивать. Пусть человек скажет. Я же вот ни разу вас не перебью. Все время внимательно слушал. Нет, вы как раз меня перебивали постоянно. И даже сейчас. Ну это вам среднее. Можно тогда я скажу, пока не спорят? Я не могу вам ответить на вопросы. А я одна из предприятий.